И всем привет, с вами Нидирамас, и мы продолжаем играть Hawks of War. В следующей миссии соединение разорвано. У нас с вами довольно большие проблемы начинаются. Да, вот особенно вот эти дзоты меня напрягают. Тон-тон-тон. Или доты, как их здесь называют. Неважно. Мы сейчас прорвемся к одному из них. Поставим около него что-нибудь взрывное. Да, вот. Например, вот это. Нет, вот это я даже не буду тратить на этот дзот. Не настолько он силен. Я лучше это потрачу на обычного противника, когда он там будет. Противник дерева. Неплохо. Неплохо, что скрываешься, гад. Опа. Кто у нас есть? Ты у нас кто там? Пиротехник. Тебя и пойду грабить. Пойду ограблю его. Обчищу его карманы. Только насколько моих запасов воровского навыка хватит. И надеюсь, я смогу вынести из его кармана что-нибудь наиболее опасное. Это было бы просто замечательно. Так, огнемет, пистолет, это плохо, и миномет, это неплохо, я считаю. Несколько почистили ему карманы, слишком много мусора у него там было. Так, ты что будешь делать? Ой, незадачливый противник. У тебя ведь нет ничего особенно крутого. Он будет гранату использовать. Я даже не удивлен тому, что факту, что он не попал по мне. Так. Опа. Неудачно мы попробовали с вами. Так, иди сюда. Я еще не дочистил твои карманы. Мне нужно у тебя еще базуку унести. Что у тебя осталось? Что ты будешь делать, а? Что ты будешь делать? Я даже не знаю, у него что осталось из оружия. У меня в голове поселились капиталисты. Отлично. Сумели обезвредить противника. Бесценный навык. А теперь этим давайте. Я даже не знаю, куда мы можем пойти. Пускай поплавает у нас наш вражеский коллега. Эх, не хотел попасть. Это картофелина для тебя. Молодец. Хочешь, чтобы я покорил мир? Так.
Так. О, как меня хорошо закинуло. Так. Там у нас стоит вражеский шпион или что-то вроде того. Не самый удачный. Не самый удачный вариант того, что мы могли из него получить, конечно. Кто смотрит на удачу? Когда у нас такие дела тут творятся. Где он там? Я не устану. Отлично. Пум-пум-пум-пум. Пум-пум. Опа. Огнемет. Не сильно. Я даже не против, знаете. Вы пускай пока в дзотах сидите своих. Черт. Зря я это сделал. Я хотел несколько другое сделать. Он пускай там сидит в своей ловушке. Если думает, что он у нас самый умный. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Там есть враг, который хочет плавать. Так давайте же утолим его жажду спортивного навыка. Ты где? Так, тут еще один был. Ладно. Тогда ты поплаваешь сегодня. Надеюсь. Уважаемые граждане, приготовьтесь к вечеринке. Неплохо поплавал. Для первого раза. Смерть буржуйским мордам. Да? Так. Ага, еще одна аптечка вылетела. Так, мой медик немного пострадал. И он пойдет соберет вот эту аптечку. А теперь он пойдет. Подарит фейерверк вот этому вот. Давай. Молодец. Вот и молодец. Победа уже не за горами. А теперь ты стреляешь из своего дзота. Я так специально на самом деле стал. Вот для этого. Чтобы он ослабил страдания своего незадачливого союзника. Так, какого зота там? У этого здоровье заканчивается. О, работа, настоящее удовольствие. А, у него слабое здоровье. Так что его я сейчас без проблем вообще уничтожу. Я поступаю правильно. Итак, вперед. Так. А я не могу понять, где их снайпер, шпион или кто он у них. Или он уже помер. Неожиданно.
отступаем. Отлично, отправь их всех на небеса. А, вот где он. Просто забыл, что на нем и деревьями притворятся. Они, по-видимому, соединяют свою душу с силами природы. Они отдают всю духовную энергию природе. Я раздавлю тебя, как букашку. Да, что ты говоришь? Где он там? Если я не ошибаюсь, он где-то вот там вот притаился. Спрятал свой хитрый замысел под благовидным предлогом. Отступаем. И 203 единицы здоровья. Неплохой урон. Неплохой урон. Так этого надо уже скоро будет убивать. Давайте уже потихонечку уменьшать ему здоровье. Давай, плавай. Так. Угу. Давай. Опа, надо же. Угу. Кому из моих там требуется помощь? Этому, вот тому не помешало бы. Вот к тому и подойду. Так. Эта победа может стать поистине легендарной. Так. Там у тебя сколько здоровья? 130. Пожалуй, тебе подойдет вот этот вариант взять. Вот эту аптечечку. Ну, особенно, считая, что она не оказалась столь эффективной, насколько этого можно было ожидать от нее. И ты встанешь вот сюда, выстрелишь сюда. И ему это уже понравиться не должно. Верно. Так, а теперь заминирована машина там. А, я не могу, значит, больше сюда залезть. Хорошо. Сделаю проще. Проще не хочешь? Сделаю вот так. Прямо в нос. Нормально. Так, на чем мы там закончили? Если ты одержишь победу, то в твою честь мы устроим настоящий парад. Так вот, на чем мы закончили с вами. Нашему врагу наконец-то догадалось прилететь подкрепление в виде небезызвестного оружия, внимание на меня. Лови. Который мы сейчас с вами и получим. Это странно. Мне казалось, они не могут оставаться с таким низким количеством здоровья. Ну, я имею в виду, что у него сейчас была написана цифра 0. Я думал, обычно что пишут сразу, что у них разрыв происходит.
Картошка, он горячий. Да? Горячий, картошка нашелся. Тоже мне. Да чтоб тебя. Базука X1. Ну да, видимо, это просто для какого-то, не знаю, чего написали. Он правильно сказал. Он ничего не обещает. Он ничего не обещал. И ничего в итоге и не произошло. Верно? Так. Неплохо. Давай. Давай закончим с этим. Да ты больной, что ли? Ну да, он больной. Ты хочешь, чтобы я покорил мир? О, там 200 с лишним здоровья у кого-то. Давай. Знаете, у меня уже кого-нибудь, кто может его спокойно убить. Пора немного запачкать руки. Запачкай свои руки. Я не против, я же не возражаю. Вперёд. Только вот ты не хочешь этого. Не... Ты ничего не хочешь, что умный такой стоит. Нет. Нет. Пускай он слетит со своего дзота. Хоть меня сейчас немножко задеть может. Со всеми врагами на планете. Ну, я не думаю, что... Ну, а даже... Ничего страшного не оказалось. Следующее попадание по нему должно быть... Серьезно. Ух ты! А вот и сейчас я не понял. Ты сражаешься как настоящий солдат. Так держать. И что это было? Я, конечно, ничего не понял. Но я понял, что ничего хорошего не произошло. Каким-то образом догадался. Убить моего. Одного солдата. Так, умный нашелся сам. Чтоб тебя с твоим умом подбросило, разорвало, потом еще раз подбросило, а потом еще раз разорвало. Умный самый нашелся. Тоже мне называется. Почувствуй силу моего оружия. Just say the word, Daddy L. Что ж ей чувствовать? Сила как сила. Оружие как оружие. Сила оружия как сила оружия. Я же не усиливал его оружие. Так, у тебя должно быть что-то интересное. Нет, я сказал интересное.
Что ж, годится. Зря я так сильно это сделал. Отлично. Они отравлены. Теперь будут умирать медленно и мучительно. Не так ли, господин медик Свин? Зря я, конечно, ограбил этого. Когда я у него украл снайперскую винтовку. Нужно было переключиться на того, который... Пиротехник стоит на другом конце карты. Ну что ж, моя ошибка. Он меня подвинул. Как он посмел додуматься до такого поступка? Я не понимаю, как ему не стыдно? Как он может с этим жить? Я вот этого не могу представить. Я бы на его месте после такого жить вообще не смог бы дальше. А он спокойно продолжает. Ну что ж. Ничего хорошего я, по-моему, не украл. Игра не умеет считать. Это даже звучит смешно. 200 плюс 3, она насчитала 204. Ну ладно, 200 единиц здоровья мне снял. 220 единиц здоровья. Еще бы не хватало, если бы он мне 200 снял. Я бы, скорее всего, не выжил. А 20 это ерунда, я считаю. Это просто ерунда. Я эту ерунду я сейчас исправлю. Стану сюда и накину на него гранату. Я не буду хоронить твои кости. Сам в себя попал. Здорово. Просто замечательно. Ну что ж, сам в себя так сам в себя. Да, мой друг, сделай это для меня. Сделай это еще один раз. Вместе со своей отважной командой. Так. Кого мне стоит грабить? Нет, тебе мне не стоит грабить. Медик, нет. Нет, пиротехник не стоит этого. Лучше как раз медик. Вдруг я смогу у него украсть лечебные средства. Неплохой вариант. Отлично. Это мне понравилась перспектива. Аптечка. Так. И вот сделает вот так. Тебя должно разнести. Отлично. Вот и молодец. Победа уже не за горами. Этого можно уже... Не обращать внимания.
Ты бери аптечку, пока медик не догадался за ней сбегать. А то это будет беда, знаете ли. Страшная беда, я бы сказал. А так медик сам по себе тоже безобиден. А мы с вами сделаем вот этого свина безобидным. Эй, ты! Все внимание на меня! Лови! Давай. Молодец. Уважаю. Отлично, отправь их всех на небеса. Так, двое закончились. Двое потихонечку умирают. Это может повлиять на успех дела, товарищ. Даже эта граната не повлияет на исход сражения. Поэтому я сделаю вот так. У меня в голове поселились капиталисты. Отлично. Оп. Если делаешь работу, делай на все 100. Огнемет бесполезен. Мягко говоря, я бы сказал. Ну, это не мое дело. Считать его полезным или бесполезным. Мое дело убивать. Знаешь, давай возьми-ка ты эту аптечку. Она здесь все равно. О, она дает 20. В прошлый раз, я помню, она дала мне 10. Это было странно. Неплохо. Так, у тебя есть? Даже нет смысла. Ну, поэтому давайте станем снова деревом. Отлично. Идеально. Аптечек нет. Медику не спастись. И атаковать он меня не сможет. Ну, особо сильный, я имею в виду. Так-то, разумеется, он может меня атаковать. Кто же ему мешает? Нет. Я не хочу разрушать этот зод. Я сделаю вот так. Отлично. Тун-т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 ун. Я все цело в твоей власти, командир. Ты издеваешься? Ты должен был вылезти из этого зота. Умник. Хорошо. Раз он этого хочет. Хочешь войну? Хочешь боль? Я сделаю тебе боль. Сам пожелал. Я всего лишь выполнил его волю. Считаю, что уже сделал. Недолго тебе осталось. Я думал, он не больше одного хода успеет сделать. За свою несчастную, короткую, и, к сожалению, не наполненную счастьем жизнь. Давай. Ну что? Думаю, тебе пора умирать. Думаешь? А я так не думаю. Ну, кинул ты в меня очередную гранату. Ну, ты мне даже здоровье толком не снизил. Так что угрожать зря, вздумал мне. Я покажу себя во всей красе. Давай, покажи.
Давай, здорово, плавай. Ну да, один раз. Это предел того, что я тебе позволю. Умница. Ты хочешь, чтобы я покорил мир? Давай. Я тебя еще раз кину. Тебе же это понравилось, да? Видишь? Видишь меня? Видь меня. Отлично. Что теперь скажешь? Отлично. Ничего не скажешь. Верно? Ты не против, если я тебя ударю? Как это ты против? Давай. Готов? Прощай. Прекрасно. Теперь им уже от нас не уйти. Да. Ну что, медик, теперь не такой крутой, верно? Оружия нет. Нормального. Здоровья нет. Ума догадаться воспользоваться лечащим шаром у тебя нет? Ничего у тебя нет. Несчастный ты существо. Мне жаль тебя, медик. Знаешь... Товарищ. Или даже вовсе не товарищ. Ты меня выбесил немного. Давай, хорошего полета. Много собирался, интересно. Мне пудрить мозг. Ну давай. Прощайся с жизнью, дружище. Мне бы выпить, а не стрелять. Смотрю, тебе уже нет равных, приятель. Верно. Верно мыслишь, капитан. Эта победа может стать поистине легендарной. Да не. Не преувеличивайте, капитан. Какая легендарная победа? О чем это вы? Такая ерунда. А я ведь, честно сказать, даже не помню, где находится. Где находится конкретно дерево врага. Ну ничего. Сейчас я сделаю вот так. Так, здесь. Ага. Примерно запомнил. Я думаю. А вот оно, верно? Да, это оно. Черт, что-то у меня совсем рушится план. Ну, молодец. Я решил напоследок смелость проявить. Похвально, мой друг. Похвально. А теперь позволь мне продемонстрировать тебе, насколько я могу быть хитрым и насколько сейчас мой план не сработает, верно? Ты везде этого ждешь. Знаю, знаю, ты этого ждешь. Мина обычная. Мина даже, я бы сказал, обыкновенная. Динамит. И... Я попал. Отлично.
Мы прошли с вами миссию. И на этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующих видео.